Сборная лучших исполнителей штрафных ударов. Вратарь Рожерио Сини. Левый защитник Роберто Карлос. Два центральных защитника Синиша Михайлович и Рональд Куман. Правый защитник Дарио Серна. Центральный полузащитник Зико. Центральный полузащитник Жунинио Пернамбукано. На левом фланге Рональдиньо. Правый фланг Дэвид Бекхэм, нападающие Марадона и Пеле. Топ 10 самых дорогих игроков РПЛ, часть 1. 10 место Виктор Классен, 13,5 миллиона. 9 и 8 место Федор Чалов и Жоао Марио по 14,5 миллиона. 7 и 6 место Алексей Миранчук и Сердар Азмун, также по 14,5 миллиона. 5 место Вилмар Барио, 16 миллионов. 7 успешных клубов, которые 10 лет назад еще считались аутсайдерами. Французский Сент-Этьен и испанская Гранада. Немецкая Боруссия из Мюнхен-Гладбуха и английский Лестер-Сити. Ну и, конечно же, шикарный Аталанта. 3 русских футболиста, которые стали легендами в скромных и провинциальных клубах. Валерий Соляник, 162 гола в 329 матчах за Смоленский Кристалл. Сергей Наталушка стал легендой камышинского текстильщика. Дмитрий Андреев, легенда газовика, он же Оренбург. 10 самых дорогих футболистов СНГ, часть 2. 5 место Виктор Цыганков, Динамо Киев, 16 миллионов евро. 4 место Генрих Мхитарян, Рома, 20 миллионов евро. 3 место Александр Головин, Монако, 20 миллионов евро. 2 место Марио Фернандес, ЦСКА, 24 миллиона евро. Ну и на первом месте Александр Зинченко, также 24 миллиона евро, играет за Манчестер Сити. Футбольные клубы в Европе, которыми владеют выходцы из России. Иван Саввиди, ПАОК. Роман Абрамович, ФК Челси. Футбольные клубы в Европе, которыми владеют выходцы и бизнесмены из России. Дмитрий Рыболовлев, Монако. Максим Демин, Борнмут. Михаил Пономарев, Юрдинген, 05. Давид Трактовенко, ФК Сидней. А ты готов к самым неоднозначным трансферам этого лета? ПСЖ планирует купить Криштиану Роналду и Винисиуса Джуниора. А миланский Интер великого Лео Месси. Ну а Реал планирует приобрести Дибалу и помимо денег отдать Кросса либо Иска. Самые дорогие футболисты РПЛ, часть 2. Грегор Шкрыховяк, 16 миллионов. 3 место Никола Влашич, 17,5 миллионов. 2 место Марио Фернандес, 24 миллиона. Ну и 1 место Малком, 30,5 миллионов. 5 самых богатых спортсменов по версии Forbes. 5 место баскетболист Леброн Джеймс, 88,2 миллиона долларов. 4 место Неймар, 95,5. 3 место Лионель Месси, 104 миллиона. 2 место Криштиану Роналду, 105 миллионов. Ну и на первом месте теннисист Роджер Федерер, 106,3 миллиона. 8 футболистов Барселоны, которые точно не покинут клуб этим летом. Марк-Андре Тер Штеген и Клеман Ленгле. Фрэнки де Йонки, Нельсон Семеду. Подешевевший в 2 раза Усман Дембеле и Антуан Гризман. Ансу Фати и Лионель Месси. 5 футболистов, у которых больше всего автоголов в карьере. 5 место, 8 автоголов, Райан Шоу Кросс и Уэс Браун. 4 место, 9 автоголов, Джейми Каррагер. 3 место, 10 автоголов, ирландец Ричард Данн. 2 место, 11 автоголов, Мартин Шкртелл. Ну и 1 место, 12 автоголов, Франко Борези.